И всем привет, дорогие друзья, с вами Don't Worry. Сегодня мы будем играть в Minecraft на версии 1.5.1. И да, я играю на сервере в голодные игры, и это впервые, когда я играю на сервере. И вы спросите, почему же у меня нет скина, а я вам отвечу. Потому что этот мой ник, Don't Worry, зарегистрирован на этом сервере. Ладно, давайте зайдем на любой из серверов. Warning, no games to join. А, заполнили все игровые слоты. Арена 8, 9, давай. Давайте посмотрим. 6 из 18, 4 осталось. Вот это вот скоро освободится. И мы сможем зайти. Люди вот уже ждут. Скопились. Так. Давайте подождем. Что, не освободились? Нет. Давайте походим тут, все посмотрим. Все посмотрели. О-о-о-о-о-о-о. О, класс, прекрасно. Лес вообще супер. Много свинюшек, животных. Знаете, как быстро люди заходят. О, игра начинается через 40 секунд. Это ж вообще класс. Давайте люди посмотрим. О, скин ложки. Только еще с микрофончиком. Так, тут еще вон еще похож на Лолошкин скин. Так. Это какой-то красная шапочка. О, Эндерман. Вместо сердца у нее жемчуг Эндера. О, скрипер. Так. Скелет. Этот уже в глаз получил. А ну посмотри, что Человек-паук. 3, 2, 1. Ой, побежали за вещами. Видел ли, как он спидхаком пробежался? Как они мне забрали из буквально из инвентаря вещи эти? Ой. Сервер подвисает сильно. То что на нем 400 людей. Это невыносимо. Так. Да, это сервер очень сильно хардкорный. Блин, я сбросил. И тут сытость тратится буквально. Пробежался, пропрыгал и все, у тебя уже голод. О, блин, знаете, он прыгает по скалам. Чуть дурной. А он в воду прыгнул. Так. Вот тут должен быть сундучок где-то. Если я не ошибаюсь. Вон сундук, я точно вижу. Давайте посмотрим тут. О, так, сундук. Чё, нет сундука? Там, ну и ладно. Нет? Есть, я допрыгнул. Так, я возьму, что тут сундучки у нас. Я, блин, не залезу тут нигде. Да, блин. Сейчас его уже кто-то увидит и приплывет. Какая тут карабка. По-моему, тут не залезть, да. И меч, лук, шлем у нас крутой. Надо еды поискать. Вон там кто-то лазит, пойдемте убьем. Так. Какой-то чувачок, вот он спрыгнул. Давайте его убьем. Дрых, не вычит, это такое классное. На этом сервере надо выжить. Мне так. Одного человека еще на сервере осталось. 10 людей вроде как бы, так я правильно понял. Это почему ты не дерешься? Что-то не убиваешься. Слышь, красная шапочка. Ух ты. Ура! И мы его убили. Итак, кто нас бьет? Кто нас бьет? Лук. Лука у нас нет. А, вот кто нас бьет. Нас голод бьет. Это, конечно, плохо. Это что, еда?
Это тушеные грибы. Ура! У нас наконец-то пополнился город наш. И мы теперь не будем умирать. Так, вообще тут больше ничего не надо. Давайте выйдем. Кстати, топор бьет. Корабль! Ура! Топор намного сильнее бьет железного, каменного. Блин, деревянного меча намного сильнее наносит урона. Да, нам надо экономить наш голод. Будем как-то меньше стараться прыгать. Идти. Так, это что? И как мне это сделать? Как мне забрать? Ну, грибы я могу есть обычные? Нет, их надо стушить. Как мне забрать? Вот если я спрыгну, я умру. Так, жаль, что он не ломается. Да, если я туда спрыгну, я по-любому упаду и умру. Ладно, поемте в корабль. О, свинятина. Это тут кто-то разбился. Вот, я вам скажу, кто он. Плохо, кто он. Так, топорик еще один каменный. И, извини, свиняк. Хряк. Курятина, извини меня. Думаю, они не обиделись. Так. И мы идем в корабль. А в корабле у нас печки. 100% печки у нас должны быть. Вон коровку надо будет потом убить. И поднимаемся. Так. И спускаемся. Давайте посмотрим. Зомби, ура. Гнилая плоть у нас есть. Точнее, сейчас будет. Вот жадюба. Ничего у него нету. Сколько у нас этих уже комплектов? А с них толку никакого нету. Так, сейчас спустимся вниз. Осмотрим тут. Вдруг тут где-то заныканы. Сундучок нет, тут не мая. И мы спускаемся вниз. И смотрим, что тут. И тут прям сундук. И он уже пустой. Давайте посмотрим тут. Это что у нас? Это пушки типа. Они не ломаются? Нет, не ломаются. Сундук должен быть или в конце, или вот там. То что? Видимо. А печки? Не, я не увидел печки. Там еще была одна комната. Нам надо в нее как бы так сходить. Это пустая. Это можно повыбрасывать. Грибы надо стушить. Ай! Раздатчик. Ну, в раздатчике ничего нету. Так, курица у нас есть, да. Вот она, печка наша. Давайте бросим печку. Вот это и это не бросается, не жарится. Нет, палочки ж у нас есть. Дантори умер с голоду. Как я не успел? И ладно. Давайте еще зайдем на один сервер. Да, все сервера заполнены. Я играл на этом, тут осталось 13 из 24. Как я умер с голода? Тут осталось 2. Из 20 было. Так. О, блин, игра освободится, что там. Зару. Так.
Ну, давайте, освобождайтесь. Блин, когда? Я уже замучился ждать. А вот интересно, как ты сделаешь, что нельзя близко прям подходить? Прям вплотную, да? Уже играют. Да, я добавился в очередь, и нам осталось только ждать и ждать и ждать. Место свободно, блядь, 7, 9, 10, 11, уже, блядь, не заполняется быстро. Из вот и. Рассказал, что мы еще начал выберем. И игра прямо сейчас уже начнется. Так, 40 секунд. Ура, наконец-то. Стив. Так, как тут видите, как у кактус искусственный? Давайте пока посмотрим, все такое интересное. Это паровозик! Зомби! Знаете, в чем он одет? И мы побежим. Паровозик, кстати. Сейчас, 3, 4. Нет, мы побежим туда. Блин, я топор не взял или взял, или я не понял ничего. Вау! Зомби скелеты, отстаньте, а, пожалуйста, пожалуйста. Эндерман. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, поезд. Да под тобой ничего нет. Где ты вход? Вот поезд. Мы вошли в поезд. И что в нем? Ну, чтобы вы понимали, какого сундука. Блин, один шлем только. Нашел. Так. Ну, пойдемте пройдемся вперед. Ну, в нем по-любому должен какой-то сундук быть. Такого быть не может, что нема сундука. Для чего-то что-то сделали? Как наверху? Может, они наверху? Нет, вряд ли. Так. Тут тоже ничего нет. Чё, в купе вообще ничего нет. Жаль. Вообще ничего нет. Вообще. Печка. А вот и сундук. Ура! Хоть что-нибудь нашли. Да, еда пожарена уже. Это очень-очень классно. Что-то открылось. Что-то открылось. Я опять говорим. Так, давайте сделаем такое. Вот там меч. Деревянный меч. Главное не умереть от голода, как в прошлый раз. В общем, пойдемте слезем с поезда. Хотя бы удочку найти где-нибудь. Делали так, проход какой-то тут. Нема ничего, вообще ничего. Интересно, под рельсами что-то есть? Нет, ничего. Вряд ли там будет. Ладно, пойдемте куда-нибудь. Сюда. О! Сундук. Так.
Шу. И как я тут прыгну? Голод. Меня хавает голод. Вот звук. Жемчужина и один кремень. Жаль, что только это лежало. Так. С помощью жемчуга Эндера мы можем телепортнуться куда-нибудь. Может, под водопадом что-то есть? Блин, ничего тут нету. Что? Такие жалкие, ничего не положили. Ух ты, гляньте, как она на этом висит. Да, хорошо, нам попалась вначале жареная свинина. Да, свинина и это свинина. И, может, на дереве еще есть сундук. Нету сундука там. Нету там сундука, мне показалось, что сундук. Так, вот там кто-то бродит. Итак, гора странная, да? Сундучок. А как я его достану там, а? Вот это интересно. Пошел он, пошел он, пошел вон, дурак тупой. Жопа обосранная. Зажопился. Взял, убил меня. Давайте еще раз сыграем. В общем, я IP сервера укажу в описании. Кто хочет, заходите, играйте. Я его не рекламирую, не пиарю. Просто, чтобы таких вопросов не было там. А, дай IP, это указано в описании. Просто напишу в описании, и все. Заходите, поиграйте. Не заходите, не играйте. Но этот сервер очень популярный. На нем, я вам говорю, 425 людей онлайн. Тут можно как и играть вот так, и в одиночке, типа, играть на выживание, там, с карты любой выбирать. Можно строить дома, можно просто так бегать везде играть. Можно с ГМ летать. Ну, только вещи оттуда нельзя брать. Не да. Для себя там дом построить где-то отдельно. И это все на сервере. И... Да, край. И... Сундуки. Знаете, все по кругу стоят. Так, дом, там, по-моему, лодка или что-то, я не вижу. Ну, в общем. Короче, игра начинается через 20 секунд, это, конечно, классно. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0, побежали. Да блин, опередили меня. Это бесит. Пойду я дам майскал, уже сговариваюсь с этими игроками, которые опережают меня. И домики, домишки, где? Так, дома. Корабль, а? Сундук. Или что ты? Это не сундук. Сприблизить. Да, то не сундук. Где этот ход? А, придется оплывать. Вот тут то, что такое. Головы чьи-то.
Блин, ненавижу такие подъемы по лианам. А, тупые подъемчики. Ой. Да ладно. Я что, не поднимусь сюда? Ну, по этим лианам я вряд ли сюда поднимусь. Жопа. Ха. Блядь. Ну ладно. В общем, вы поняли суть игры. Монтировать. Эту серию я не буду, я сразу выложу. Потому что это просто так, я записываю, мне не делать ничего. Ура, наконец-то я хоть что-то нашел. Рыбку давайте пожарим, а то я сейчас сдохну. Теперь не сдохну. Сундук. Не зря большое дерево здесь. Воу. Блин. Да, походу. Блин, да что оно застревает? Ёлки. Блин, чуть не жду. И... Жопа. Все. Ладно. На этом я заканчиваю серию. Даже не серию, просто так ерунду какую-то игру. И на этом я вам говорю, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Дворик. Всем удачи, всем пока. Не забудьте прокомментировать.